Девчоночки, всем привет, добро пожаловать, мои дорогие, с вами Виктория, я из Украины, живу в Германии, сейчас я нахожусь в Дугласе, я увидела здесь вот эту вот новиночку, девочки, Gucci Bloom Intense, короче, я попробовала, нанесла на руку и на блотер поставила, это такая сладкая тубероза, очень интенсивная, у меня вообще такое ощущение, что здесь какой-то шоколад, то ли кофе, не знаю, но как-то вот так вот отдает на коже очень сладкая тубероза, такая густая, томная, такая, знаете, гурманская тубероза. То есть, если мы будем брать собратьев, да, вот этих вот Gucci Bloom всяких разных, там есть и желтенький флакон, и красненький, и какой только, то для меня вот эта вещь прям очень-очень отличается уже от, да, вот от предыдущих. Классный, классный аромат, такой интенсивный вообще. Очень стойкий, мне кажется, будет. Ну, в общем-то, такой флакон как будто бы с глазиком, да? Здесь написано Gucci, как будто бы глаз. Ну, интересный, интересный флакон, интересный аромат. В общем-то, мне понравился, девочки. Больше как таких новинок я не вижу. Ничего такого. Так, вот смотрю, Gucci Bloom немножечко уценили, да? За 30 миллилитров просят 45 евро. Такая неплохая цена. Так, девчата, у нас здесь какая-то линеечка кинзу интересная. Вот такие вот ароматики, да, кинзу. Вот, видите, их много, надо это все пробовать, это что-то новенькое. Вот этот вот новый тоже я его попробовала, но что-то он мне тоже не зашел. Вы знаете, моя любимая версия все-таки вот эта вот розоватая с розовинкой. А вот это что-то такое, не знаю, послаще. А нету вот этой вот такой миндальности, уже молочности, как я люблю в парфюмках. А такой полегче, полегче немножечко. Видите, такая на флакончике, как веточка уже нарисована. Вот его цена, 117 просят за большой объем и 96 за 50 миллилитров. Flower Ikebana Kenzo, короче, как Ikebana назвали его. Вот, ну такой, не знаю, ну как-то мне сейчас еще раз нанесу на руку. Не такой уже интересный, как предыдущие версии. Я все-таки вот люблю вот эту вот версию. Вот это вот моя любимая в туалетной воде. По-моему, 2020 года была версия. Вот это вот новиночка, что-то меня не зацепило. Ну и вот эти вот какие-то новые колонии у Kenzo, видите, вышли. Это что-то новое. Вот их названия разные. Получается, сколько у нас? 7 флаконов, да? Есть. Цены. Цены. Не вижу цен, девчата. Не вижу цен. Ну вот, приблизительно хоть. Вот возьмем. Вот такой вот Soleil. Цены нету. Цену не подскажу вам. Цен нету. Это мужские. Цен нету, девочки. Вот это такой Soleil, что-то такое, знаете, типа как масло для загара, такая легкая водица на море для отдыха, что-то такое. Как всегда, лимитка у Dolce & Gabbana Light Blue. Как называется? Sunless Wipes. В общем-то, вот такой вот флакон. Вот цена, девчата, 91 евро за маленький объем, за 50 и за сотку 125 просят. Пахнет так же, как Dolce & Gabbana, просто другой флакон. Также они выпустили такую обувь, такие платья, блузки. Это коллекция такая, знаете, итальянское море. Но мой любимчик вот этот. Я ношу, девчата, наслаждаюсь. Это очень женственный аромат. Вкусная вишня, древесина влажная. В общем-то, супер. Тоже такой аромат для отпуска. И вот, вы знаете, я еще подошла, попробовала еще раз Creed Love in White. Уже мне нравится. Раньше я считала, что это какое-то такое, как будто бы кастрюля с молоком, с каким-то металлом, что-то вот такое. Сейчас я слышу здесь какой-то белый молочный десерт, нежный очень такой, пушинка.
вкусный. Очень уже нравится. Белые цветы здесь прекрасные. И флакон такой красивый. Для меня это как будто бы какой-то такой свадебный аромат. Ну и Creed Aventus для нее, for her. Это очень сладкий, насыщенный аромат. Я еще так к нему не дошла. Так, девочки, еще вот такая вот новиночка. Soul and the Fuel. Мне тоже очень понравился. Очень такой смолистый, сладенький. Такой что-то типа масло для загара. В общем-то, достаточно такой интересный аромат. Нравится. Мне, видите, сколько здесь их уже есть. И Soleil Nejva. И Soleil Blanche, и Soleil de Fou, и вот этот вот бриллиант, этот вообще для меня непонятный, очень сложный аромат, очень такой густой, томный. Сложно мне вообще его носить, любить, не знаю, на любителя, очень на любителя. Но зато вот эта вот новиночка очень даже понравилась. Классный такой. Как будто масло для загара, как будто бы какой-то тропический фрукт, как будто бы, знаете, какое-то солнышко. Ну, очень интересный. В то же время он тоже сладенький, он такой, как будто бы еще каким-то жиром пахнет. Но, ну, то есть это и есть, наверное, какое-то масло для загара. Но достаточно красивый, вкусный. Мне очень понравился парфюм. Вот, видите, у нас здесь есть вот эта линейка потяжелее, да? Такие древесные. Бойс Маркан, потом вот этот вот Эбемефу и Сандал Блаш. Это такие для меня больше как мускулинные ароматы, не знаю. И наши любимые три вишни, да. Электрик, Смок и Ласчери. Я только сегодня доставала и пробовала свой Ласчери. Вот, и сегодня я в Electric Cherry и просто кайфую. Это такие красивые ароматы вообще. Вот Том Форд умеет делать вкусную вишню. Вот я сколько сюда не подхожу, но я все никак не могу себе здесь что-то найти. Вот только слушаю, ну так уже хвалят эти ароматы, ну так уже их любят все. А я себе, девочки, все ничего не могу подобрать, не знаю. И тонку пробовала, и ветивер пробовала, и вот эту амбретту пробовала, и жасмин, и сандал, и что хочешь. Ну, и флёр д'оранж тоже пробовала, хотя я не поклонница такого направления, но тем не менее. Ну, и не знаю, ну вот последним моим тестом была амбретта, и ну, пыталась я что-то для себя понять, что-то вот, но все равно, девочки, я не могу понять этих парфюмов. Я не знаю, давайте вот еще что-нибудь нанесем с вами, да, вот. Давайте еще раз эту амбретту, раз уже мы сюда пришли, попробуем, нанесем. Так. Вот, давайте еще раз с этой амбреттой попробуем поговорить. Пообщаться. Ну, пахнет какими-то лекарствами, какой-то аптекой сначала, алкоголем. Вот. Ну, и вообще такой очень для меня легкий, прозрачный парфюм. Да, он стартует такой вот, поверну его немножечко, то я развернула аромат. Стартует для меня таким чем-то аптечным, но потом это очень такая легкая, нежная водица, как будто бы вот какая-то рубашка катоновая, вот что-то очень легкий. Хотя в моем понимании амбретта это что-то такое потяжелее. И вот этот вот жасмин уже 100 миллионов раз пробовала. Короче, я не знаю. Ну и вот этот Another 13 тоже пробовала. Я все никак, девчата, не могу с этими духами подружиться. Так, посмотрите, Лоэ, вы тоже здесь есть. Я подошла еще к этой вот, еще раз к этой пигме Магнолия. Ну, это такая сладкая какая-то конфетка, но для меня немножко липкая. Такая, как будто бы, знаете, какая-то клубнично-карамельная конфета. На самом деле. Вот такой вот флакон интересный, как будто бы содранный. Но на самом деле это такая задумка у автора. Вот, видите, здесь всякие луэвы. Разные, разные, разные. Все. Так, с БДК
тоже такой достаточно интересный бренд. Мне вот это вот Вельвет Тонко очень понравился. Он пахнет таким пудровым чем-то. Чем-то напоминает мне даже Герлейн. Как называется этот аромат от Герлейн? Я уже даже не помню. Такой очень пудровый. А вот это какие-то синенькие флакончики, да? Сельдоранжит, Вилла Нероли и Цитрус Ривьера. А это такие, я так поняла, какие-то в стиле Италия, в стиле лимоны, мандарины, апельсины, что-то такое легкое, отдых, загар, солнышко, пляж, море, в общем-то. Такс. Вот такие вот дела. Сколько стоит, интересно, вот этот вот Луэве? Давайте посмотрим с вами. Значит, вот, 127 евро, девочки, 127 евро. Он еще года два назад, по-моему, или три, стоил около 100, то есть подорожал почти на 30 евро. Вот так вот. Вот это Джеймс Бонд, или как он называется. Видите, всякие разные здесь флаконы, такие яркие. Молекулы наши, всеми непонятные. Нет, всеми понятные, только мной непонятные. Прошу прощения, девочки. Это что у нас, пятая молекула? Тоже я ее не поняла. Короче, я ничего не понимаю в этих молекулах, девчата. И уже миллион раз подходила, пробовала, постоянно что-то на себя поставлю, пойду. Оно мне все никак не пахнет, не знаю. Так, девочки, наконец-то вот эти вот босоножки уже на сейле. Я все ждала, когда они будут на сейле. Сейчас их уже уценили. Вот они 670 евро, а были 990, по-моему. Я все жду, когда их уценят. Они такие красивые мне. И вообще все вот эти туфельки-золушки. Такие красивые, такая красота.